Так, с Маргаритой мы сегодня прощаемся, она уезжает. С днем рождения, наша Ксюша. Шо? Шо? Так непривычно, что тебя тут нет. Смотри, кроватки. Смотри, какая удобная кроватка. Мне не нравится. Ребята, всем привет. Всем привет. Мы только закончили снимать видео наше в лайке. Было очень смешно. А, там что, у Лили-то нет зубной пасты, что ли? Так, с Маргаритой мы сегодня прощаемся, она уезжает от нас. Да, она уезжает ночевать к бабушке, потому что у ее подружки завтра день рождения. И... Да, мы завтра поедем к бабушке, но... И как раз там рядом живет ее подружка. Поэтому Маргуша сейчас собирается, да. Там, где раньше мы жили. Да, туда поедем завтра. Но Маргуша сегодня хочет туда поехать переночевать. А завтра мы с ней там встретимся. Поэтому она собирается. Кстати, подарок ты ей еще не доделала ей? Где коробочка с конфетками? А, он там. А что я должна подготовить? Слайм, кофту, еще что? Все? А точно? Два слайма хватит? Да? И кофточка? Да. Конфетки? Может, еще что-нибудь? Ничего нет у нас больше. Ну ладно, может, три слайма, может, два посмотрим. Ничего не нужно? Ей больше, говорит, ничего не нужно. Ребят, смотрите, что пришло к Ксюше спустя сколько? Два месяца почти, да? Я заказывала это в апреле. И сейчас конец июня. И я заказывала ей на день рождения. И вот что пришло. Смотрите, поп-сокет Билли Айлиш. Смотри. Давай, давай. И кулончик. Ну вот. Она еще не знает. Так что она ушла. Она ушла в школу. Придет. И посмотрит. Сейчас мы ее поздравим с днем рождения. Давай, будем петь на счет три. Раз, два, три. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Ксюша! С днем рождения тебя! Открывай твой подарок на день рождения. Шо? Шо? А что это такое? Там еще есть. Да. Давай открывай. Какую? Ну, коробочку, да. Это немножко с опозданием. Почти на месяц, да. Даже больше месяца. Да, два месяца. Почти два, ну. Ну да, потому что 6-го. У тебя же 14 числа. Больше, чем месяц. Так что не было там с камушками, были только такие. Поэтому заказала тебе такое. Нравится? Ну давай, надевай. Все, вытащим. Вот, все. Ну ты просто серединку, это не надо смотреть, потому что это крутится. А, вот да. Это. Тебе как удобнее? Не знаю, ну да. Все? Это выкрутится. Угу. Удобно? Ага. А мы решили сделать шоколадную колбаску. Хотелось нам чего-нибудь такого вкусненького. Я думаю, один раз в неделю себе можно побаловать, да? Ничего страшного. Завтра, кстати, у нас суббота. И Маргарита будет взвешиваться опять. Да? Посмотрим. Что у нас за неделю произошло, за вторую неделю, без мучного и без сладкого. Все, заворачивай колбаску. Вкусно пахнет? Да. Давай, заворачивай. Какая она теплая. И в холодильник. Нет, больше нельзя. Так, одна колбаска пошла в холодильник. Куда-нибудь туда, ближе к стеночке, потому что там похолоднее. Ой, я забыла утром. На мои глазки наложить. Как ты накладываешь на глаза, если они такие холодные?
Нет. Ну нет, ничего так. Это чтобы у тебя мешков под глазами не было. Что там делать? Охладись. Все, прощаемся. А что мы с ней завтра будем делать? Мы ее одну дома оставим? А ну, в принципе, мы же все равно после обеда уедем только. Она до вечера останется, ничего страшного. Часика 4-5. Да, Бончик? Курточку не хочешь взять, если вдруг прохладно будет? Да, мы идем, я буду. Ну, хотя бы рубашку в клеточку возьми. Да. Не было сегодня телефона. Так, чтобы долго не гуляла, телефон взяла? Нет. Нету? Это как придешь, потом интернет подключишь, я тебе напишу через WhatsApp. Я... Когда домой придешь с улицы уже, где-то до 9:30, максимум до 10, не поздно. Папа сказал до 9:30. Папа сказал до 9:30. Все, давай, пока. Пока. И я тебя. Давай, до завтра. Завтра увидимся. Проводили мы Маргошу. Давайте немножечко порядок наведем. Посмотрите, все раскидано, разбросано все игрушки. Давай, Каролина. Это все ваши мягкие игрушки. Давай, давай. И Макси тоже. Макс, пойдем помогать. Пошли. Чей это лев? Макс. Это Макс, лев, давай, неси. Да, и Каролина Мишку понесет. Смотри, вон Мишка у Каролины. И у Макса акула. Давайте. А то что это такое? Посмотрите, все раскидано. Даже на диван невозможно сесть. Все в игрушках. На, давай. Вот вы мне справа. Да, что? Маргарита, привет. Привет, мам. Что ты делаешь? Я лежу в кровати. А еще спать не хочешь? Нет. У нее справа. Вы с Ксюшей играть будете? Ее из этого бокса Спраут выбила, она выбила. А я из этого. А Лилита что делает? Сейчас, подожди. Они еще не спят? Она фотку отправила. Нет, о, привет! Помаши нам ручкой. Так непривычно, что тебя тут нет. Справа. Где ты там лежишь-то, покажи кроватку свою. Какая кроватка большая, да? В комнате. Угу. Понятно. В нашей раньше, да, в комнате, где мы с папой были? Да. Угу. Понятно. Ты давай там долго там не сиди допоздна. Завтра увидимся после обеда. Хорошо. А где Бонни? О, Бонни спит уже. Ладно, пойду я Макса укладывать. И Каролину. Давай. Мам, Кики. Кики нет, Кики уже спит. Не надо. Ну что, мы пришли в магазин выбирать подарочки. Бонни. Что, чего у нее нет еще? Нужно что-нибудь такое новое. Курица у нее есть. Вот это. Палочка, вот такая. Палочку можно ей. Мячики. Мячики у нее есть. Какие-то колечки. Мама, есть. Что она любит у нас играть? Мама, а это что за тарелка? Тарелочку, может, ей кидать можно. В общем, мы тарелочку резиновую взяли. У нее столько мягких игрушек. Она уже не знает, какие ей грызть. Она уже даже у вас забрала все игрушки мягкие. Погрызть. Пойдем туда что-нибудь посмотрим. Нужна это корм хомячку. Давай. Давай, иди корм ищи хомячку. Смотри, кроватки. Смотри, какая удобная кроватка. Это для вообще для кого? XS такая малышечка. Это прям вот для этих чихуахуа маленькие, да? Подружки тоже есть такая очень маленькая. Это, может, мисочку ей какую-нибудь? Тут два сразу. Угу. Тяжелая, да, она как раз? Давай черную. Нет, она же девочка. Черная красота. Она девочка. У вас и у но
Это не горшок. Папа говорит, что это горшок. Писить. Сиди, сиди, сиди. Сиди, я на коме мучу. Я думаю, что да. Водичку и еду, да, туда? Как отдохнула у бабули? Хорошо. Мы уже Маргошу забрали. Сегодня целый день были тоже у бабушки в гостях. Девчонки играли со своими друзьями. У подружки сегодня. Подарила ей подарки? Понравились? Да. Да? И слаймы очень понравились. У подружки день рождения было. Вот. Подарили слаймики, толстовочку и кепочку. Подарки видела, которые купили для Бонни? Наконец-то. Я тебе бабуля купила? Да. Часики новые. Вот так вот к бабушке ездит. А ты не захотела поехать. Бабушка всегда что-нибудь купит. Угу. Открываешь, давай. Тихо, а то сейчас описится. Она уже писает. Мама. Бонни, Бонни, не надо. Все, она пошла, пошла, пошла. Сису пипи куда-то. Она, наверное, с салфетками убрала, что они не были там. Да. Нет, я их туда убрала. Правда? Да. Я их сама туда убрала. Где Бонюшка? Она писала. Ты писала. Ну, я тебя не видела так давно. Со вчерашнего дня не видела тебя. Все, сейчас обкакается, обписится, все. Да. Давайте. Дверь открывайте, чтобы она погуляла. Ну не гулять, иди гулять. Ничего не поломала, ничего не погрызла. Все целое. Арбузяку мы сегодня купили. Макс, сними пакет с головы. Вот этот арбуз. Из Турции. Но они очень короткие. Вот он классный. Смотрите, какой красненький. Сладкий. Прям сладкий-сладкий. Коробенькая. Это моя коробенькая. Угу. Давайте туда на стол. Угу. Мне не надо смотреть подарочки, говорит Ксюша, упаковала подарочки. Я очень некрасивая. Ой, как красиво. Вот это... Да господи, она-то ей-то что, она даже открывать не сможет. Угу. Самое главное, что... Упаковала. Вот этого для этого не было... Больше. Ну так просто в коробочку положишь. Ой, сколько подарков для нашей. Ой, где она там? Ой. Вот она. Именинница ты наша. Мало игрушек. Нормально. Куда ее? У нее достаточно есть. Маргарита в лайк снимает. Смотрите, у нее какой макияж. Блестящий. Сейчас Бонька тебя лизнет и все, не будет твоего макияжа. Я топ-2 заняла. Фортнайте? У меня были топовые пистолеты. Загрузилась? Потом тра-та-та-та-та. Еще. Да? Эта штука, вот которая... Это, которая тебе резинку дать? Ой, ты какая смешная становишься. Блин, мама. Нюхай, нюхай. Мне вкусно пахнет, да? Все? Да. Все? Мне не нравится. Давайте спать будем уже. Девчули, красотули. Не-не-не, мне надо учить. Ты что? Ты вообще плохо оттерла свое лицо, но у тебя все в пятнах. И у тебя аллергия под носом. А? Давай спать. Это фундейшн. Фундейшн? Что такое фундейшн? Фундейшн это. Фундейшн? Это. Что ты делаешь? Ах, да, это. Ладно, все, давайте.